Всем привет! Blizzard – компания, основанная несколькими творческими людьми, которые позже смогли превратить ее в огромную корпорацию. Как и во всяком бизнесе, Blizzard терпели как подъемы, так и падения. Однако все эти падения были в основном творческими или техническими, то есть что-то не успели реализовать или что-то не смогли смастерить по каким-то причинам. Но начиная с 2008 года компания находится во власти Activision и нового президента, которого вы все прекрасно знаете. За этот период было сделано множество прорывов, появились новые игры, расширились горизонты. Но за всем этим кроется и другая сторона, а именно потеря разработчиков, тех самых, что стояли у истоков вселенной Warcraft и остальных проектов. Они все покинули компанию по неизвестным, а точнее, неафишируемым причинам. Хотя никто не покинет свое детище, если их кто-то не заставит. В этом ролике мы не станем в кого-то тыкать пальцем или обвинять, мы просто расскажем вам о тех разработчиках, что занимали главные должности в компании, вели ее с самого начала, а в итоге были вынуждены покинуть Blizzard или оказались значительно понижены в должности. Майкл Мархейм. Быть может, вы его не знали, но этот человек – один из трех основателей компании Blizzard. Кстати, на открытие компании он был вынужден одолжить у своей бабушки 15 тысяч долларов, но такая погоня за мечтой вскоре окупилась многократно. Майк занимал место главы корпорации на протяжении 27 лет, лично открывал каждый BlizzCon и принимал активное участие в разработке разных элементов вселенной Warcraft. В 2018 году Мархейм неожиданно освободил свою должность для исполнительного продюсера World of Warcraft Джея Алина Брека. Сам же он остался в компании в роли стратегического советника, то есть больше он не имеет никакой власти и силы. Крис Мэтсон. Наверное, не осталось никого, кто бы не знал об уходе отца-основателя сюжета всех игр Blizzard. Действительно, Крис посвятил всю свою жизнь разработке игр компании. Писал сюжет, рисовал арты, занимался продюсированием и занимал пост в совете директоров. Он в прямом смысле подарил нам замечательную историю вселенных Warcraft, StarCraft и Diablo. Мэтсон покинул компанию в 2016 году после 23 лет работы. Его уход напрямую связан с закрытием проекта «Титан» и изменением руководства. Фрэнк Пирс. Его, скорее всего, не знает вообще никто. Однако Фрэнк был одним из трех основателей Blizzard наряду с Майклом Мархеймом. Пирс занимал должность генерального директора по разработке, отвечал за техническую часть, в основном за написание кода ко всем проектам компании. Он координировал работу многочисленных групп и отделов, чтобы каждый проект соответствовал фирменной стилистике Blizzard и высочайшим стандартам качества. Он вспоминает, что все это время Blizzard оставалась очень семейной и родной компанией, которая создавала игры из самых лучших побуждений, надеясь, что в мире еще найдутся единомышленники, которым нравится творчество разработчиков. Увы, он покинул компанию спустя 28 лет работы, всего через 4 месяца после ухода Мархейма. Майкл Чу. Совсем недавно Blizzard лишились еще одного ведущего сотрудника. Майк на протяжении 20 лет был сценаристом сразу нескольких вселенных – Diablo, Warcraft и Overwatch. Он занимался проработкой заданий и наполненностью миров разными побочными и иногда основными квестами. Он же отвечал за наполненность гарнизонов и оплотов. В последнее время Майкл работал над сюжетом синематиков из жанра «Лики войны», «Предвестники» и «Владыки войны», а также был главным сценаристом Overwatch. Одно время он также работал над такой легендарной игрой, как Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Лично для меня это одна из любимых игр моего детства. Чу покинул компанию в марте 2020 года с самыми наилучшими пожеланиями. Роб Пардо. Малоизвестный, но немалозначимый человек в истории Blizzard.
Роб занимал пост главного творческого директора компании и приложил свою руку ко всем играм из серии Warcraft, а также Diablo и StarCraft. В последние годы в Blizzard вместе с Крисом Мэтсоном занимался разработкой засекреченного проекта Titan. Если Крис Мэтсон — это идейный вдохновитель, душа игр Blizzard, то Роб Парда — это механизм их функционирования. Именно он и есть генератор основных геймдизайнерских решений компании, начиная с момента своего появления в Blizzard. Однако он не выдержал горечи разочарования после закрытия Titan и покинул компанию спустя несколько недель после этого. В 2014 году он ушел, оставив прощальное письмо на форуме. Кстати, ссылки на прощальные письма оставлю в описании, можете почитать после просмотра. Пол Сэмс. На протяжении 20 лет Пол занимал место в самых верхах Blizzard. Сначала в роли вице-президента, а затем и президента компании. Его главная должность – операционный директор. Пол отвечал за повседневные операции, текущую деятельность компании и участвовал в управлении интеллектуальной собственностью. Под его руководством были возвращены все крупные франшизы Blizzard – Diablo, StarCraft, Warcraft, а также на свет появились новые игры – Hearthstone и Heroes of the Storm. Пол Сэмс покинул компанию в 2015 году, заняв место в новом коллективе Ready at Dawn. И что самое интересное, он единственный, кто высказался прямо о проблемах Blizzard, не став ничего скрывать. Я даже зачитаю вам отрывок из его прощального письма. «Я чрезвычайно хорошо отношусь к Blizzard, и мне очень больно видеть, как мое имя упоминают в сообщениях, критикующих компанию. Я бы никогда не покинул Blizzard, если бы не был уверен, что компания здорова и полностью готова к дальнейшим успехам. Первое и самое важное, я понял, что впереди всего вы должны ставить качество игры и опыт игроков. Люди не покупают игры лишь потому, что в них используется умная бизнес-модель. Они покупают игры, потому что они веселы, захватывающие и дают игрокам то, что было обещано. Также я понял, что следование трендам в первых рядах – это не ключ к победе. Мы в Ready at Dawn собираемся делать игры, в которые нам самим захочется играть. Поэтому мы имеем самых лучших и талантливых людей среди наших разработчиков. Заставлять людей следовать игровым трендам, которые им не по нраву, или создавать игры по определенной бизнес-модели — это все, вероятно, ведет к неудаче. Счастливая, воодушевленная команда разработчиков, создающая любимую игру, и лидеры, позволяющие заниматься игрой сколько нужно. Вот часть формулы успеха. Рассел Брауэр. Этот человек является настоящим сокровищем команды Blizzard, поскольку оживлял этот мир своими композициями. Рассел был главным композитором компании, а также занимал должность директора по звуку. На протяжении 12 лет он писал саундтреки ко всем дополнениям World of Warcraft, а также для Diablo 3 и StarCraft 2. Его музыка была помещена в зал славы Blizzard и удостоена многих наград. Однако, с течением времени произошла перестройка внутри компании, и Blizzard все больше начали прибегать к услугам фрилансеров-музыкантов, из-за чего должность Рассела со временем потеряла свою актуальность. Более того, он высказывался о том, что был сильно обижен, когда узнал, что треки к Battle for Azeroth были дописаны без его участия. Ему даже не сообщили об этом. Он покинул компанию в 2017 году. Однако был не против поработать над композициями в качестве фрилансера. Но в 2020 году в своем твиттере он заявил, что его шанс снова поработать с Blizzard нулевой. Он поработал один раз в роли фрилансера и остался недоволен, ссылаясь на абсолютно ужасные отношения и условия. Не знаю, что именно произошло за это время, но Рассел затаил большую обиду на компанию.
Он также пожаловался на плохие условия в последние годы работы, когда его буквально кормили завтраками, говоря, что работа вот-вот появится. В то время как работа на самом деле шла полным ходом, он был им просто не нужен. Тем не менее, Брауэр больше никак не связан с Blizzard и вряд ли когда-нибудь будет. Бен Броуд. Этот человек начал свое пребывание в компании в качестве тестера Warcraft 3, а затем и World of Warcraft. Через 5 лет работы он занял место в команде разработчиков Hearthstone. За это время он дослужился до помощника дизайнера игры, а затем до ведущего дизайнера и в конечном итоге занял пост директора игры. Бен занимался всеми аспектами дизайна и оказывал поддержку различным группам, отвечающим за дизайн карт, потасовок, заданий, систем и интерфейса. В 2018 году неожиданно для всех Броуд покидает Blizzard, отдав компании 15 лет своей жизни. Вместе с ним ушла основная команда разработчиков Hearthstone. Он также оставил прощальное письмо на форуме. Это были самые передовые разработчики Blizzard, что буквально создавали и развивали эту компанию с самого начала, много лет занимая значимые должности. Потеря таких ценных сотрудников сильно усложнила жизнь нынешней компании Blizzard. Конечно, в ее рядах по-прежнему остаются старички-ветераны, как их принято называть. Однако управляют компанией больше не творческие единицы, а бизнесмены и маркетологи. И это нормально для большого бизнеса. Только есть одна поправочка. Компания рождает эмоции людей, а не производит пылесосы. Но директора задумываются только о продаже, как можно больше и как можно чаще, дороже, выгоднее. Игры — это эмоции и впечатления. И если делать их на скорую руку, создавать плохие условия для команды разработчиков, получается соответственный результат. Из-за этого падают акции компании, и всякие Disney желают ее купить. Я это говорю к тому, что ни один из этих разработчиков не покинул компанию из-за старости или по состоянию здоровья. Они все были огорчены ею, потеряв силы и мотивацию для продолжения работы. Конечно, жаль, но я все-таки надеюсь, что новые люди и те, что остались в Blizzard, будут стараться радовать нас чем-то хорошим и быть честнее с поклонниками и простыми игроками, делая игры на совесть. Во всяком случае, я рассказал вам только о самых больших потерях в команде разработчиков. А вы представьте, сколько за все время ушло рядовых сотрудников. А на сегодня все. Вероятнее всего, я кого-то упустил, поэтому напишите их имена в комментариях. Надеюсь, такое необычное видео вам понравилось. Обязательно оставляйте свои отзывы внизу и делитесь роликом с друзьями. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы быть с нами на связи. Спасибо за просмотр. До встречи.